Там рандомные оглушения, никто не снимает. Не знаю, про что ты. Есть оглушение на 10 секунд. На меня, на пикси кидали. Цепи, что ли? Оковы? Или какая-нибудь? Не заходите. Штука поснимала. Куда вы пошли? Пошли. Запустили. Уже время пошло, да. У нас 30 минут. Бичи вы, блядь. Не слушайте нихуя в дисе, блядь. Сказали не заходить, нахуй. Давайте, тактиков, поднимаемся наверх. Оковами или какой парашей вытягиваем, бьем тактику. Сначала звезду, потом кружок. Хуярим. Минимум двое белок ходи. Звезду уже оковы кидайте. И хуярим. Фласки с маслами, кстати, обновите походу. Жеромбику оковы можно давать. Ой, да я не могу деньги предложить этот квест, тебе сама придется его подойти взять. Вы агрите долго очень. Быстрее как-то, ну... Мова убили и стоим, смотрим. Ага, ну не вовремя. Время тикает сверху, уже все видят. Уже не только, 29 минут. Не только о квесте об этом думать надо, еще чтобы быстрее инсты проходить. Это проносится все за 2 часа. Можем еще в теории РС-ку с вами убивать, с нашим ДПСом 300к. Это если без вайпа все сделаем. Танков не уроните там. По пикси сдайте, а в декон и булкин тоже сдай. Озарение. Четыре 909 кританул выбросом лавы. Получается, путь до магера открылся передо мной. Думали, что одолели нас. Санлей, непобедимые воины короля меча. Теперь наши силы. Может, это баги, как у ШП? Останьте, братья, и уничтожьте наших врагов. Врагов, то. Уничтожьте наших врагов. Да я убрал эти звуки, Миша. Так, что там, Мордонец на двоих, да? Фласки, масло походу обновили, и рыбу сейчас поставим. Максимально быстро жуйте, время не теряйте.
Почему у меня такой item level маленький, блин? Так. Много шмоток 245. Хантвинг. Ой, дайте несчастному ханту МП5. Товарищи паладины. Не тяните резину, пожалуйста, ребят. На счет три пуляем. Раз, два, три. Готовьтесь, сейчас будет могущественный выхорь. Кинетику там бейте все, назначать не буду. Просто чтобы она не падала. Она не должна падать, если что. Три желтых шарика. Сейчас посмотрим, кто следующий будет. 5 секунд, смена цели. Талдаром. Ну, тогда даю Геру. Баша. Сзади вихрь. Вихрь около вас. Смена цели. Ну, 570 тысяч там есть агра, так что. Только без ауешек. Кинетик падает. Кинетику бейте, желтую. Шар. Вот желтый, а, вот исчез. 10 секунд смена цели. Булкин, Вадикон по холипалу залейте. Понимаю. Чё такое? Ну, воронку тут прям так не это неприятно прокнуло. Рейндж набираем. Ребят, вот специально в хилу бегай. Милики бегут за спину к этому, к танку. Видите, да, три зеркала стоят. Вот к ним и бежите. Ну, Арканав, за такое идет к минус кролу. У вас, по-моему, приор. У нас ГП идет. За что? За всякую хуйню. Что-то замутили? Чуть не заметил. Да бегут толпами на хилу. Ветерки приносят к РДДшникам хилам, чтобы их слили там что ли, или откинули. Ну, ХПС маленький, наверное, просто им заплатили голду, чтобы они бежали на хилов, чтобы хилы накрутили ХПС. Все понятно, как обычно. Тактика хорошая. Кто там у нас на дне ХПСа? Ну, я не платил голду, у меня нету. Так что... Да тут не знаю, что тут стараться. Обычка. Пока есть возможность, расслабляйтесь, отдыхайте. В Гере вас ждет ад. Как сказал Морфеус, дьявольски суровые времена.
Что за лаги? Ну, да. Что-то улажает, вообще целая кресс сегодня жесткая какая-то. Обычно меньше, но, да. Да это по-любому долгородская вот эта хуйня с чарками, блядь. По-любому из-за этого лагает. Именно да. Когда был этот тактик был живой, больше из-за него лаги были. Как он сдох, сразу как-то меньше. Бред какой-то. Тезка зарабатывает голду, чтобы мне вернуть долг. Короче, мы в ДВшной гильдии 3 раза вайпались на лане. Или 2, или 3. И когда пуляли последний раз, у нас 4 минуты оставалось до вот этого квеста, чтобы этого дурака не убили. Так что, ну, причина, как обычно, люди не кусали, не передавали укусы. То есть, обратите внимание, после этого в гильдии написали, что всем надо поставить аддоны какие-то, чтобы видели все весь рейд, кто укушен, кто не укушен, чтобы все это видели. Ну, если сейчас у вас нету никаких фреймов, ну, делайте что угодно, доставайте фреймы обычные, стандартные, из рейда. Если кто-то не знает, как это делать, сразу объясните им, как это делать. Вы должны видеть всех в рейде, нажать на человека, передать укус. Не бегать 10 секунд искать, а передать сразу секунду в секунду. Тогда, возможно, мы не вайпимся. Тактика сразу. Грид 2 устанавливайте, там все видно. Ну, тактика заберите. Уже второй раз там. Танки в сапах стоят. Типа. Сложно забрать, когда ты в сапе. Давайте станем мобам. Ну, зря, конечно, ворвались так сильно. Контрольте мобов. Хилы в этих сапах стоят. Максимально помогайте. Вот сбейте кас, дайте гнев небес по вот тем дуракам, которые 4 фаербола в рейд кастуют. И превращают всех в жуков. Что-то играйте прям, чтобы эти мобы охуели. Какие мы скиллованные, ПВПшные пацаны. А то приходим, блядь, как булочки с изюмом. Я теперь хочу булочку с изюмом. Пройду лучше, не говори, а то здесь много голодных. Ну вот, быстрее закройте рейд, быстрее пойдете и булочки есть. Да хрен я после рейда ее где найду в 11 ночи. А у меня целый пакет булочек. У нас с изюмом, в принципе, не очень часто попадаются. С маком есть, с изюмом нету. Лучше, конечно, печь, тут... у меня сил не хватит. Лучше, конечно, двух тактиков сначала здесь убить и потом сюда врываться. Это видите, в чё так это вот вылилось? Тактиков не добивали, зато эти маги падали. Товарищи, вот товарищи агрельщики. И 5 тел лежат, благополучно смотрят, как мы все это делаем. Вместо того, чтобы бить вместе с нами. Давайте резаем этих бичей. Которым не повезло упасть. Есть же масс-рез. Да какой масс-рез на 5 человек? Да, все равно, по-любому. Быстрее. Крис, походу, за булочками убежал. Так, не встает. Поставлю руку. Так, ешьте. Короче, запоминаем очередность. Укусы сами, значит, по хилам. Так, ну протопал, ты тусуешься в мелизоне. Давай я на первую взлетку гем дам. Да, хорошо. Ты килла... Сейчас я релогнусь. Короче, сейчас... Все присты, все 5 пристов на себя. Когда будем пулять, антифир даете. Как минимум вы не захиряетесь. И сдиспелите... Кто у нас там? ДЦшник? Кинеш. Как он называется, блядь? Массовая Россия. Да, я поставлю тотем трепета сейчас. На пати хилов точно сработает. Кстати, починитесь, народ, пока джосы стоят. И реги докупите. Вдруг у кого заканчиваются. Бля, я тут только танчил этот... Как называется лужи?
Роющиеся тени. Роящиеся тени. Понял, да? Да, да. Так, чинимся. Ну, про товар помнит, да? Просто не там, ты ничего не жмешь, просто бежишь. Так, на первой взлетке, значит, прожимка дает мордонец и дает гимна хп Килая, дает, и дает гимна хп. Пусть его Б даст, кто-то из шипашек. Давай сельдь. Сельдь будешь давать на первой взлетке скилла. Два гимна хватит на первую. А на вторую все оставшиеся три будете сдавать Тянка, ИВБ и Нурик. Вот. А на второй взлетке будет ШВ от протовара. И будет дополнительно массакра от Пикси. Массакру вместе с ШВ даешь. На вихрь именно на этот момент, когда вихрь. Вот. Ну и соответственно все свои прожимочки сделаем, да? Все, что у вас есть, так, тотем трепета. То есть дубовые кожи, там вот эту всю парашу. И если убегаете в лужи, лужи по стеночкам лейте. Если в лужи убегаете, то подбегайте вот сюда в центр. Сейчас еще, кстати, хилы у вас поставим. Кто в центре хочет стоять? Килай, будешь в центре стоять? Да. Ты будешь в центре, тебе сложнее всего будет убегать. Так, я буду в кружке. В ромбике будет... Про веселье. В ромбике синтек. Ну а тянка... Тянка, ты давай тогда треугольники вот здесь. Вот эти меточки на взлетке не занимайте, там будут хилы позиционироваться. Раньше от них держите 8 метров или сколько там. Все, давай чек на пол. Частица на варе здесь по вару больше, чем по ДК будет урона проходить. Огурцы возьмите. Берите огурцы. Могут спасти жопу. Все, все готовы. На счет 3 будем пугать. Стой, сейчас. Давайте все, быстрее. Все. На счет 3. 1, 2, 3. Поехали. Это было неразумное решение. Хилим сильно, но фул. Стараемся. И микрофон это включайте, говорите, потому что я когда хилю, ну, хуй вам что проэрили. По крайней мере, на этом боссе. Красный, соединитесь. С лучами, блядь, сбегайтесь, чтобы они исчезли. Я сейчас тянет 3 секунды. Вот сельдь. Пакт, 10 секунд. Сбежались. Роящиеся тени 8 секунд. Притон, беги. Притон. Пакт омраченных 6 секунд. И укус, и пакт. Бля, Грилли, где ты стоишь? Я тебя вообще не вижу. Да похуй, кого-то хоть из домашних. Роящиеся тени, да, я похуй, я уже упустил. Да, Грилли, поздно уже. Потом. Страдайте же. Уже Булкин с Вадиконом Иннер по хулипалу сдайте. Акт омраченных 5 секунд. Там клятву прожми, пока взлетки нету. Роящиеся тени 5 секунд. И через 7 секунд там внутрь. Угу. Готовимся. Перемешань тоже антифир поставь. Блять. Глыбу, если что, прожми. Укусы. Да я пронесу. Укусы, 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 укусы. Укусы передаем. Хурюк зеленка. Спасает от фира. А, взял, дал мне зыбку. Блять, успел. Вы чё, ебанулись? Еще сдохли. Ложимся, в лужу заходим. Укусы сдохли? Да, два укуса сдохли, и Иршаму еще кусаете. А кто Иршаму укусил? Ложитесь. Я Буряба, я укусил. Заходите в лужу, ну, быстрее. Ну, идите. Кто меня укусил? Быстро двигалась, да? Получается. Быстро двигалась. Как у тебя дела?
Умирайте быстрее. Хуёво, я бы даже сказал, неплохо. У нас еще один трай на квест. Мордонис еще не лег. Не заходим пока. Заходите. Ты упал уже, все? Да. Меня просто отображает, что ты жив, и на тебя агро. Последний пул на квест. Блять. В чем проблема, быстро двигался? Почему ты кусаешь Эршама? У нас ДПС впритык. Вальку не ограните, аккуратно. Во-первых, Арканавт, зачем ты его укусил? Если он бичуган не понимает. Кого увидел? Скорее всего, рядом был. Короче, если вы будете такую залупу исполнять, нахуй, а не кусать, кто первый по ДПСу, блядь. Кого увидел? Я вообще не вижу, кто по ДПС. Можете анонсить мне по. Ну такая. Я без аккаунта играю. Понятно. Ну так, если что, на Сурке первым по ДПС, он кто там? Вадикон, Грилит, Рипли хорошо дает, Эль Нурио. Можно выбрать их укусить. Ну Грилита я не увидел, его и хотел цепануть. А как ты не видишь людей? У тебя фреймов нету, что ли? Глазками еще не вижу. Ты без фреймов играешь, что ли? Фреймами, но с выключенными. Я не понимаю такой логики. Нахуй вы тогда в рейд ходите? Индикатор поставь, союзников индикатор. И не поставлю. Почему? Потому что у меня все сливаться начнет, и я хуйчу увижу. Потом наложение сделал, тогда оно не будет сливаться. Ну, нахуя вы играете в игру, если вы не делаете, что вас просят? Нахуя тогда играть? Подожди, я не услышал, что он сказал. Чего сделать? Там наложение ников есть в интерфейсе, где эти. Тогда они не будут друг на друга падать. Тогда нормально будет. Попробуй, я так сам сижу. Короче, блядь, если будете так относиться, нахуй, просто сразу сейчас разойдемся и все. Мне будет похую. Если вы так относитесь, блядь. Сразу распущу, блядь, и будете, ну, будете сами проходить или сами дейреливать всю эту хуйту. Если в обычку ходить это предел, блядь, в жизни, нахуй, то я не знаю, блядь. Значит, это не ваша игра, блядь. По крайней мере, ну, значит, дальше обычки вам не надо идти. Вы даже в обычке, сука, не можете сделать, что просят вас. Укусить людей. Быстро двигался, ты какого хуя Эршама кусаешь, блядь? Вам вообще похуй, блядь. За интерфейс, чтобы другой фреймы. Поставьте вуду, поставьте другие это, которые будут показывать, есть на человеке дебаф или нету. Там в настройке тоже вуду можно поставить. Ой, видно дебафы какие, типа поставишь дебафы, которые можно диспелить, и можно поставить дебафы, которые нельзя диспелить просто в настройках. Короче, сейчас если залупа будет с укусами, я не знаю, блять, ну. Дайте шкаф. Килаюсь, у него да, бежит. Время тикает. 7 минут. А, что бежал? Я тут. Рыба прям в шкафе. Так, а сельф тут? Все вроде тут. Все то же самое. Встаем по местам. Все готовы. На счет три будем пулять. Раз, два, три. Эх. Это было неразумное решение. Сбежали. Арканав, ты кусишь Вадикона? Сбежали.
Или грилят. До кого дотянешься. Ну, если ты кош нажал, то это самое. Желательно. Да, он как ты был просто. Там лужа немножко развелась. Капельку. Грилит Вадикон, Арканавт или Нурио, если что, укусит. У меня ИВБ ближе. Блин, лужа рядом. Можно ИВБ, он, да, но он по ДПСу сильно ниже. Я сейчас просто по скаде. Сбежались. Босс отодвинуть? Да. Лужи главное не стоит. Отодвигаю. Там пакт еще, нахуй, вы, сука, вы... Блять, я не знаю, нахуй, ну, вы и румынцы, что ли, или что, нахуй? Вы не видите лучей красных? Черепок. А, скинул, все. Резнули, хорошо. Все, сейчас снимаем эфир. Даю гейм. Даю не зыбку. Притон, я, если что, тебя укушу, я рядом. Все, прохилились. Сбежали. Лучи красные, быстрее, блядь. Ну, лужа пропадет, поставлю. В центр. Блядь. Так. Двигаемся в центр. Давай, Булкин по Пикси, Вадикон по Синтеку дай. Озарение. После распусал кину Булкин в стерею. Кусай здесь. Так, сеть, давай гейм на ману. Просто без тотема пока. Теперь Нурик, давай гейм на ману. Я тотем ставлю. Так, фей снимаем эфир. Максимальный прохил. Три приста гейм на хп. Кого кусать? До кого дотянешься из дамаги? Это следи, чтобы тебя дебаф упал. Булкин, резни лока. Мишаня, Вадикон, псайл. Четвертый патис. Четвертая, кстати, вся перекус. Все, сносите пакт. Тени секунда. Носи пельмешань. Лока захил. Все, бьем. Криво разнес. Давай, двинемся. Убейте приста. Убейте его, б. Потом Вадикон реснишь его. Может, БЛ? Че там до бирсы показывают? 40. ИВБ забей. Приста убейте. 30. ИВБ как так? Да я не того выбрал. Сбежали. Дамажим изо всех сил тени хурюк. Вынес. Лужа. Лужа, Мелизона, отошли. Отошли, Мелизона, сука. Хурюк, сука. Это, бьем босса, ну, типа, не разбегайтесь, вы бейте, блядь. Я в центр его отведу тогда. Все, стойте, блядь, не водите, бейте. Вот, все. Дальше не буду вести. Кусайте любого. Кто без укуса. Изо всех сил хилим сейчас. Пак быстрее сносим. Тени еще не вынести, и все. Баблы готовьте. Берсерк 3 секунды. Да, укусы передать. Все, баблы нажимайте, паладины. Все паладины. Быстрее баблы. Ну, остался кто-то? Нет. Ну, вот, ГЦ на хули. Спасибо вам за укус. Два хила укушали. Любого пытали, ну не кота, блин. Хоть раз бы укусили пораньше. На последний лям вы дали мне укус. Спасибо. Хиловские аддоны ставите, блядь, и смотрите, кого кусать, и все.
Да, оно все показывает. Это неинтересно людям, нахуй. Ты что, блядь, угораешь? Нахуй надо. ДПС медра есть почти у всех. С этим укусом, ну, эти три ляма того ушли по пизде бы уже. А что с баблами у паладинов? Не, три паладина не было баблов, что ли? Переждать? Переждать? Тучка ну, ушла. Три шипы, где ваша тучка? Когда берса на боссе. Вальку только не сагрите, когда будете бежать. Не сагрите Вальку, не сагрите, осторожно. Вот на кого она полетела? На инвиз, кто-то мимо специально прошел. Бегайте по кругу, если не умеете через центр. Блядь. Да не в этом дело, я в инвизе пробежал, и кто-то рядом, того не зацепили, а меня в инвизе чуть-чуть. Не, насчет центра, блядь, это правильно, все бегут через центр все время. Ну, кто не умеет бегать, бегайте по кругу. Вы что, не убили? Нет. Нет. Целка хм какие-то. 600 тысяч осталось. Меньше. Там топа просит. Да, я прошусь. Будь на связи, если что. Да я тут. Не просто замену кину. Хеда. Что ты там совсем в завалах? Поздно последние дни. Ну, тренировался, готовился. Сегодня приехали. Так, вот эта параша нужна кому-то? Масрез не прошел. Люди, пока вы не начали бить, кто-нибудь в велосипедах сейчас шарит? Кто-нибудь, может, торгует или просто понимает? Так, давай. Понял? Нет. Так, ноги из этих трех шмоток. Вот это параша надо кому-то. Хант, кинжал и бесполезная вот эта параша. Критхостовые, бля. Перчи. Тоже не надо, да? На распыл кому? Килая, тебе? Да, можно мне. Оп. Войт, можно вопрос? Ну давай. А ты ТТГ не хочешь поводить 25-ку? Не, я не умею. Ну, не обязательно уметь, не уметь. Просто тактику знать. Все. Если вы прилично себя будете показывать в рейдах, либо я, либо и можно. Килая, блядь. Извини, но, бляха, муха, ну, блядь. Я не знаю, как тебе сказать, но уже... Доформируй. Ну, теперь Войт у нас, как бы, у него спрашивать. Войт у нас вводит ЦЛК. Я сразу говорил, я... ДМХМ вожу я. Я занимаюсь только ЦЛК и РСК. У меня, ну, остальные рейды... Ну, как бы, ГМХМ я могу еще, но, блядь... Туда никто не может прийти, от ТТГ. Я не хочу туда ходить. Вот и все. Мне почему? Ну, не знаю, потому что, ну, не хочу. Как вот в РБК никогда не хожу, так и туда не хочу. Но я хожу туда только за компанию. Это, блядь... Ну, ты же сам понимаешь, оно нужно. Да, мне похую на этот рейд вообще. Вот даже у гильдии спроси, нужно такая ТТГ, кто вот сейчас в рейде, просто вот плюсаните. Так, сель, где ты? Где сельдь? Ну, люди, блядь, сразу примолкнут.
ТТГ просто нужно, блядь, для повышения ДПС, сам же понимаешь. Не, народ, а что непонятно? Человек сказал, вводит только ЦЛК, нахуй сейчас сидит тут разглагольствовать и постоянно говорить, давай. Последнее кольцо сейчас сравнем и пойдем дальше. Я говорю по тому, что вижу. Гильдия не в состоянии сейчас закрыть ТТГ-25. Не тупи, топа. Не в состоянии, вам сыгранности не хватит, вы здесь купите, вы в ГМГ купите. Какой вам ТТГ нахрен? Килай, ты же понимаешь, почему не начали топить, гильдия начала аж разбегаться, да? Да потому что хуйнёй страдаете. Вот вся первая десятка, блядь, начала разбегаться. Не знаю, у меня десятка в норме. Давайте прекращайте разговоры, ну, время ограничено. Час всего лишь и 10 минут где-то осталось. Бурябай. Вот вот история. Проще, блядь, закрыть с пугами нахе, чем с гильдией. Вот это, блядь. На счет 3 пуляем. 1, 2, 3. Это было неразумное решение. Побежали. С лучами долго очень стоите. Пока эти лучи есть, дамаг получают люди вокруг вас. История, беги. Или сгинь. Вадикон, через 20 секунд укусишь Булкина. Сразу его выбери в таргет. Или меня, опа, или Грилита, кто ближе. Давай, лучше Грилита. Лучше Грилита укуси, чтобы был ДПС на взлетке. Угу. Милики потом. 4 РД хотя бы нужно, чтобы были. Бежались. Потом следующим тогда арканавта надо будет и Нурио укусить. Да, да. Арканавт или Нурио или Притон. Бежались. Да. Арканавт или Нурио. Хороший вариант. Мага цапнул. Так, сферов выходим. Захиливаемся. Вставалка есть, пельмешань? Если есть, сразу вставай. Там синтек БРК. Так. Реснул, да? Ну вставай. Пишут, что забагался, походу. Да как так, блядь? Блядь, ну. Сейчас 4 вопроса. Укусите Булкина, Сельдь, Притона и Хурюка, БТшника. Давай, Булкин, Вадикон. Вадикон, Булкин, укусь. По пикси. По пикси все два инера закидывайте. Так себе сам даст. Можешь уже себе дать. Булкин, не двигайся. Чуть попозже тотем будет. О, спасибо. Вот сейчас пойдет и по маске. Так, потом надо будет укусить Хисторию, Святоса, Рарника, Лёки. Сель, давай гимноману. На ней раньше сотени.
Эльби. Я укушу урарника, если что. Так кот говорит. Давайте прожимки. Кто-то еще умер? Реально. Историю кусаю, Вадикон. Главное, ДД кусайте. Иди к истории, не забегай. Кусай сейчас перерывай. Рарник, стой рядом где-то. О, есть. Хэда, беги. Все передавай. Давай, Бэл. Все, ебаши. Только мордонца зачем вы укусили, когда буряба есть и чудо-яйца? Да вы честно, это будет каждому назначать, что ли, кого кусать? Это пиратка, у людей адонов нет. Когда человека кусают, у него агро перестает работать. Все, тени смотрим. Это худшее, кого можно... Хурюк, ты вынес, надеюсь? Алло. Вынес он, нет? Я сейчас убьете вам и расскажу историю про этого босса. Про этого босса? Интересно. Короче, я был зона зашел и некого кусать было. Так что был прикол. Убили же, вы молодцы, кстати. В актуале, когда вот этот босс осваивался, вышел аддон 3D-шный, вокруг которого было видно вот рейнджи, мы прописываем постоянно. И в нем была проблема, то, что люди не разбегались, и в ХМе, блядь, его многие кто не могли убить, то, что он был сложный достаточно. Ну, какой нахрен сложный по сравнению с Профом и Синдрагос, он был легкий. Ну, средние гильдии не могли его убить, потому что они не видели, куда разбегаться. Просто люди, блядь, выпустили аддон 3D-шный, что вокруг тебя было видно вот этот круг. В итоге, блядь, его через неделю просто запретили. Просто блокировали. Я про аддон. Так, ну, бейте трэш там аккуратненько. И, короче, пока вы бьете, я разролю эту всю парашу. Поехали. Токены с сурка. Один на паладина. Один там на вара. Надо как будто на паладина. Так, сель. Килар, куда Алкина делся, кстати? Болеет, он сегодня заходил. Короче, я не сказал, знаю, как... Сказал, что пока плохо тебя чувствует. Не знаю, как вам раздать. Паролу дам там. Сколько таких? Не просто у кнопки, он хорошо продажил. Гильдейский, надо кому в инфу хоть давайте, а? Да, это самое, уже кидайте все роллы тогда. Пока дождешься, кидайте кому надо, да и все. ДС? Забудь про ДС. Какой ДС, блин, ты угораешь. Голду фарми, блять. Так, тебе надо чудо-денница, вот эта твара. Чудо-денница. Чудо-лопата, блять. Ты, кстати, да. Сейчас его будешь называть, он ник сменит. Вот, а тебе говорили, что ты похож на Антоха МС? Не, это кто это? Ну, Антоха МС, это прям... Это тема. Я не знаю, кто это даже. Короче, дальше там какая-то параша с так, латы, какие-то голова, блядь, с криптопс МП5. Но это на распыл вместе с монетой закину. Дальше, вот это вот. Может быть, на кота, на мишку кому-то надо? Синтеку. Блядь, там кто-то сдох у нас, тянка сдохла. Осторожно, хивы. Даю. Синтек, ты что, дай ему надо? Я думала, что это другой скинчик на ролл. Я несколько раз пытался резать, но никак. Медальон на танка. Если у мейн есть, там на офф кидайте ролл. Квест там на шеф делать, что-нибудь такое. С хп типа. Нихуя. Ну это хурюкуя. На офф танка. Так. Кто на ролл, ебать. Это просто была чешка, блядь. На чешку один кем? 1-101 же, значит, да?
Беспонтовое плечо, крит хаст, ловкость, хуй пойми на кого. О, давай я на Энхасе соберу, блядь. Когда-нибудь соберу, блядь. Может быть. Так, на танка грудак. Надо кому-то? Тоже там хрюк, надо тебе. Это хрюку ток. Так, меч вот этот неплохой из подбежал. Короче, это вот мы уже рогами поняли, что ты реально похож. Нет, там, конечно, он на музыкант, он такая специфическая музыка, но прям люди знают. Не-не-не, стоп. А тут все рулят что-то. Кила, это тут? Да, это. Там просто это уже все рулят. Ну смотри, все надо нет. Из твоей гильдии что, быстро двигался. Сельди. А там прикол. Сель, во-первых, не, присты. Сельди носит ней. Присты, ну, во-первых. Во-первых, не носят. Надо притону, быстро двигался. Быстро двигался не надо, да? Тянка ботяры не носит. Значит, притону, правильно я понял, блядь? А чё, быстро двигался? Отказался, что? У меня чат такой маленький, я не вижу ничего. А он даже не ролил. А, не, ролил. Ролил он. Быстро двигался, да. У меня что-то роллы не отображаются. У него там 14, самый маленький ролл. Да не, какой Нурик, блядь, присты не носят эту хуйню, блядь. Ну что, да блядь? Они не могут носить меч, присты. Это маги, локи. Пусть киллая паролят или как между ними так будет. Ша, роль, ну? Я просто вообще роллы не отобразили. Я роль, ну, 49. Ну все, киллая собрала. Че, притону отдавать? Ну, наверное. Как они там расстояли? Да, мусорная шмотка, блядь. Без соки, там без всего. Как слеча, только слабее. Так, еще Навара один. Извините, я просто истории отвечу. Это история, я к нему с первого дня так отношусь, как будто к Антохе МС. Чудо яйца. Вот, да извини, правда, я прямо с первого дня хотел Антоха МС называть, ты даже по внешности похож. Я не знаю, что тебе сказать. Нет, я ничего, я не с плохой стороны и все такое. Мне музыка такая нравится, она редкая, достаточно специфическая, но ты правда похож. Это отлично. Все на кого-то похожи по чуть-чуть. Не спорю, мне все студенчество с кем-то своим. Там все надо. Сейчас роль. Так, покоритель. Капитанов подведите. Че, Хурику или кому? Хурику. Блять, я забыл еще, что там эти пацаны. Сука, вот Ршам не одевается, Энх одевается. Что за хуйня? Я после этого моба релогну. У меня вообще ничего не отображает. Так, вот эти тапки надо кому-то? Хант или там кто? Это же на этого Энха тебе. На топового Энха, да, давай заберем. Я пока релогаюсь. Хант тебе надо, да? Ну-ка. А ты же тогда с РСки на Энха забрал тапки? Я не помню уже. 270. С РСки они вроде бы хуже. А, не надо? Ну ладно. Там срезки РПБшные. А я не шарю. Больше хилов? Да не надо. Хэпал на этой хуйне, там скилла и полетают. Да остальные три хила здесь. Танки там право-лево распределите. Так, что это? Ткань, дух хаст, сельдь. О, ну ДФ возьму, если она никому не надо. Все, проверка на пол. Я бегу только, я умер. Так, я на вас две меточки поставлю, будете друг за другом там летать. Ну давай, ладно, еще одну шмотку там. Грудак вот этот за босса не надо кому-то.
этот ролл не смотри. Он такой не носит. Тесно будет. А через кого Михеля мне подскажете? Там либо лук, либо если крамп с черепаха есть у ханта. Не знаю, не, было бы шикарно, конечно, через лука хилить, потому что мне Вуду выставлять.